раз отдыхающие. Время 9 утра, мы приехали в 7 часов, 7.15, по-моему, 7.10, где-то мы были уже здесь. Вода еще прохладная, но люди купаются. Мы тоже искупались. Это не пляж, поэтому зонтики у людей вот разноцветные. Пляж начинается вот дальше. Коми? А, знаете, в темной одежде. Коми, адейту, панту. Он говорит, могла бы еще потеплее одеться, чтобы искупаться. Вот она вот так одета и заходит в воду. Видимо, так положено у них, кто знает. Вода прохладная. Чуть позже вода нагреется, людей будет больше в воде. У каждого своя культура, значит, так положено у них. Вот она окунулась. Ладно, не буду на людей камер наводить, потому что это не каждому понравится, попадать в кадр. Сейчас мы сейчас посмотрим. Ну, плавает, молодец. И одежда не мешает. А пляжи, они вот находятся, если в том направлении смотреть вперед, туда еще где-то, я не знаю. Ну, у нас километр, там дальше начинаются пляжи. Километр расстояние от нас до пляжа, наверное, может быть, километр, 800 метров. Там дальше пляжи начинаются. В этот раз мы решили здесь отдохнуть.